То есть зритель занимает свое место, так сказать, место человека, который наблюдает и оценивает. Зритель становится соучастником этого действия. А вот это предполагает, что и зритель должен как бы активно включаться в процесс. Говорится изначально, что они зрители, они становятся зрителями по факту. Вот, то есть, собственно говоря, различия между этими тремя видами жанров я зафиксировал.